Здравствуйте. Представляем котел варочный на 100 литров с переворотом, с механическим, через редуктор масляный для заварного теста. И, то есть можно, мешалка будет двойное действие. То есть для заварного теста и съемная мешалка для сиропа. С краником выгрузным на ДУ-40 для сливки сиропа и для выгрузки теста через верх. Пультепролиточный котел у нас представляет 14 кВт, два блока по 7 кВт, два блока, ну, то есть 7,7 кВт. Значит, включаем сетевую кнопку. Там вас начало поправить. Так, значит, для сырья терморегулятор и для рубашки. Мы терморегулятор для защиты от перегрева выставляем в пределах 200 градусов. Когда до этого предела загорится красная лампочка, говорят, включится котел, не будет греться. Когда котел зайдет в заданный параметр, это сейчас у нас заданная температура, это фактическая, тут то же самое, это фактическая, это заданная. Зайдет этот параметр заданного, отключится, загорится верхний уровень. То же самое произойдет и по сырью. По сырью датчик варен в котле, то есть будет контролироваться в котле. Значит, каждый блок по 7 кВт. Включаем 7 кВт и 7 кВт. И стоит таймер. Сейчас пока на 5 секунд для проверки. Схема отключится через 5 секунд. Вот, все, сирена сработала. Таймер отключили, тены пошли в нагрев. Тены отключаем. Крышка разбирается с двух половинок. Снимается. Котел переворачивается через редуктор. Ну, так же самое и поднимается. Мешалка, значит, стоит для заварного теста. Значит, две встречные и гребенка. Так, включаю нашу мешалку в одну сторону. Регулируем резистором. Либо медленней, либо быстрее. Либо в другую сторону. Крючатка трет. Это в другую сторону. Добавляем. Добавляем. Так, когда закончилось, можно вытащить, поменять мешалку. То есть вытащили одну часть гребенки и вытащили мешалку, чтобы поменять часть. То есть можно поставить для, это для заварного теста у нас комплект. А эта мешалка у нас для сиропа. То есть ее можно поменять и запустить. То самое собираем. Собираем и включаем. Ну все, котел готов к работе.